И всем привет, ребят, с вами это я, Кстер Экстрим. Сегодня, ребятки, я улетаю в новый город. Да, улетаю в новый город. Мне нужно было улететь. Да, потому что мне надоело. Хочется что-то новое, и я улетаю с другого города в другой. Я выбрал самолет, потому что так будет быстрее, 3 часа ехать до него, до следующего города. На машине целых 9, а на поезде 6. Так что я, пожалуйста, пожалуй, выберу самолет. Мне это успокоит, я первый раз летаю. Думаю, все пройдет хорошо, нормально и без каких-то проблем. Ведь я билет отдал, ведь... Очередь была, конечно, не особо большая, но если считать на поезде и на каких-то других, там, на автобусе, там вообще тоже, ну, в такси долго едут. Короче, я поезд не выбрал, хотя мог выбрать, но я все-таки выбрал, пожалуй, самолет, потому что самолет мне как-то больше нравится. Я, пожалуй... тут спокойно посижу, со мной пару людей, думаю, они будут дружелюбны и, в принципе, будут ничего. Ох, ё, пожалуйста, ё-моё, как же меня поднимают, ё-моё. Я думаю, что они нормальные, вон там какая-то, ё-моё. Что-то как-то странно, ладно, не будем на неё смотреть. Она ушла. Ладно, не буду это комментировать, все. Ой, там из аниме какой-то чувак. Вроде One Piece. Вроде да, ребятки. Ладно, я, пожалуй, промолчу, потому что... тут люди какие-то странные. Во-первых, они покидают свои места и бегают по самолету. Что кажется немного неуважительно. И мне кажется, это плохо закончится. Ну, не думаем о плохом, думаем о хорошем. Так что пока просто сидим, ничего не делаем, просто молчим спокойно и продолжаем. Блин, хотел спокойно... заснуть, но не получилось все-таки. В туалет можно сходить или нет? Нет, я, наверное, не буду никуда сходить. Пожалуй, я не особо так. Думаю, сейчас там люди вообще какие-то странные. Я, пожалуй, посижу. Так. Что вы творите? Что вы там прыгаете? Ё-моё! Аж самолет клонит вниз. Походу сейчас что-то произойдет. Ё-моё! Что так трясет? Да ё-моё, что так трясет? Пожалуйста, будьте поаккуратней. А как бы первый раз. Я понимаю, что вы уже, может, 5-й, но я первый раз, пожалуйста, можете поаккуратней быть? Да ему поаккуратнее будьте, пожалуйста. Я вас прошу. Ну я уже потихоньку привыкаю к этой трясению. Они там прыгают, сигают. Посидеть нормально не могут. Я вот сижу спокойно. Кого не трогаю. Ну, бегают, прыгают. Чувак, ты вообще что-то там ползаешь. Да уж. Что тут происходит, я понятия не имею. Ладно, подождем еще.
Сколько времени прошло? 30 минут еще. Блин. 30 минут только прошло, ребятки. Ай. Да чего вы тут бегаете-то? Чего? Ребятки, что-то происходит. Так, это мне не нравится немножечко. Так, это мне немножечко как бы не нравится. Походу, что-то происходит не так. Мне это немножечко не нравится. Так, люди, походу, тут будет какой-то... Как это еще мягко сказать? Отойди от меня. Так. Что-то, походу, что-то не так сейчас будет. Ой, ё-моё, не-не-не, пожалуйста, не, мне такое не нужно. Ой-ой-ой, сейчас, походу, что-то произойдет. Кто ко мне подойдет? Так, пошла вон. Вон пошла. Кто ко мне подойдет? Я сейчас и так на взводе, потому что я просто первый раз сижу в самолете. Так, ты нормальный? Да, он, походу, спастись хочется. Так, давай тогда сейчас вместе открываем дверь и просто уходим отсюда, хорошо? Хотя бы какой-то человек адекватный. Дверь открывайте, водитель недоделанный. Открой дверь. Тут она закрыта, не открывается вообще никак. Сейчас, тут должен быть звук. Ура, ура, открывай, открывай, открывай. Давай, давай, давай. Давай, давай, я открываю, открываю, открываю. Чувак, сейчас выйдем. Ура, так, давай, бери и спрыгиваем. Фух. Ребятки, вон он самолет. Я спрыгнул. Ура! Ё-моё. Что там произошло не так? Ребятки, там что-то произошло. Я спрыгнул с самолета. Ой-ой, я, пожалуй, выберусь. Ё-моё. А что, если бы я не успел со своим другом? А где он, кстати? Что здесь? Там кто-то выжил? Блин, мне вот сейчас даже как-то обидно. Что произошло просто, ребятки? Просто был самолет, где я сидел. Там люди прыгали. Ладно, еще прыгали. Но просто посмотри. Ух, ё. Она еще тут... Ё, меня еще поддамажила. Просто сидел. Никого не трогал. Просто посмотрите, что стало с самолетом. Просто посмотри. Кто-то выжил. Выжили вроде все. Все выжили вроде. Смотрите, вон они, люди. Вот они. Здорово всем! Здорово! Ё-моё, ну просто посмотрите, что с самолетом стало. Я не знаю, все выжили, но вроде как все. Хотя я не вижу одну пару людей. Кому-то, может, вообще не удалось дверь открыть. Ну а мы с чуваком открыли дверь и, в принципе, убежали. Я хочу зайти вот в какой-нибудь... куда-нибудь. Ух, ё. Вот просто посмотрите, это был... самолет и нет самолета, просто посмотрите. Ой, ё-моё, просто что произошло? Я понятия просто не имею вообще. Не, вроде все живы, всем все... удалось уйти. Ну что ж, думаю, вам понравился данный видеоролик. Но если и так, то ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Ну а с вами был я, Экстра Экстрим. Всем удачи, всем спасибо за просмотр данного видеоролика. Всем до скорых встреч и всем пока!